Шамильский район расположен в юго-западной части Республики Дагестан в бассейне реки Аварская Кайсу. Территория района в административных границах составляет 888 квадратных километров, куда входят 48 населенных пунктов, которые образуют 25 сельских муниципальных образований с административным центром в селении Хибда. Численность населения, по данным Всероссийской переписи 2010 года, составляет более 28 тысяч человек. Район занимает особое место в Российской Федерации по количеству и значимости объектов культурного наследия. Здесь насчитывается 80 архитектурных памятников, из них 17 федерального, 25 республиканского значения. Это хутора средних веков, кладбища 12-17 веков, подземные культовые помещения, надмогильные стелы, многочисленные языческие петроглифы. Христианский храм 11 века у села Датуна, уникальный памятник средневекового зодчества. Много хорошо сохранившихся башен в старых аулах Кахиб, Буор, Гента, Хутода, Мусрух. Основной отраслью производственной сферы района является агропромышленный сектор, на долю которого приходится 95% всего валового производства продукции. Промышленность района представлена двумя филиалами от Кизлярского электромеханического завода, один от Махачкалинской швейной фабрики и консервный цех СПК агрофирмы «Галаклинская». Медицинские услуги оказывает центральная районная больница, 6 участковых больниц, 1 межрайонная туберкулезная больница, 34 фельдшерско-акушерских пунктов, 8 врачебных амбулаторий и районная поликлиника. В районе действует 45 школ, из которых 22 средних, 7 основных, 17 начальных и 20 детских дошкольных учреждений, 1 школа искусств и 3 детско-юношеских спортивных школы. В 2013 году учитель истории Тегипской школы Ахбердилов Ахбердило участвовал на всероссийском конкурсе «Учитель года 2013» и вошел в пятерку лучших учителей России. В районе 25 культурно-досуговых центров и 35 библиотек. Среди художественных коллективов района можно особо выделить фольклорный ансамбль «Дагбаш», в репертуарную основу которого вошли народные песни и танцы, раскрывающие традиционную культуру района и Дагестана. В районе функционируют прекрасные детские оздоровительные лагеря, где созданы все условия для отдыха детей. Это «Радость», «Единство», «Спарта» и «Алило». В 2010 году оздоровительный лагерь «Радость» стал победителем республиканского конкурса «Лучший лагерь Дагестана». Около 20 мечетей с минаретами, построенные в 17-18 веках, сохранились и являются действующими. Количество исламских образовательных учреждений в районе 22. Это 2 высших исламских института, 7 медресе и 13 мечетских мактаба. Район является родиной 11 тарикатских устазов. Это сыграло определяющую роль в том, что население района меньше всего оказалось подвержено влиянию религиозного и политического экстремизма. История района – это прежде всего история людей, чьи имена навсегда остались в памяти народа. Предок первого имама Дагестана Гази Магомеда Ибрагим Хаджи был выходцем из селения Урада. Генерал-майор юстиции, доктор исторических наук, профессор Хаджи Мурат Хашаев, генерал-лейтенант милиции Магомед Абдуразаков, выдающийся военачальник генерал-полковник Магомед Танкаев, один из организаторов становления здравоохранения Дагестана профессор Магомед Мавсудов, герой социалистического труда Сайфулла Абакаров, писатели и поэты Муса Магомедов, Ариф Расулов, Магомед Гамзаев, Гаджи Арипов, Залму Магомедова, заслуженные работники культуры Расул Магомедов и Даку Асадулаев. Это далеко не полный перечень. Спортивная жизнь района имеет свою богатую историю. Непобедимый борец Сали Сулейман был выходцем из района. Первым в Дагестане чемпионом СССР по самбо стал Суракат Асиатилов. По различным видам спорта из района вышли 7 чемпионов мира и 2 призера Олимпийских игр. В прошлом 2014 году команда нашего района по волейболу стала чемпионом России среди сельских команд. За последние 3 года в рамках федеральной целевой программы «Юг России» построили типовое здание для Гентинской средней школы на 216 ученических мест. Хирургический комплекс на 30 койко-мест в селении Хибда. Реконструкция и расширение Кахибской межрайонной туберкулезной больницы. В декабре 2012 года состоялось открытие пожарной части, в которой трудоустроились 16 человек. По республиканской целевой программе «Социальное развитие села» Хутода завершили строительство линии водоснабжения. Фельдшерско-акушерский пункт в селении Мугов. Автомобильная дорога в селении Заната. По федеральной программе развития футбола в регионах открыли 5 мини-футбольных поля. В проекте еще 5. Руководство района проводит большую целенаправленную работу по привлечению частных инвестиций. Уже есть положительные примеры работы в этом направлении. Созданы 2 крупные инвестиционные площадки – «Карман» на СПК «Урипский» и «Сады и виноградники» в СПК «Урадинский». Уже сегодня видны очертания завтрашнего дня, предусматриваются этапы сохранения, развития и приумножения достоинств района.